А это Hosta Sharp Dressed Man. Тоже, как же она мне нравится. Так, покупала я ее еще до наводнения. Наводнение было в 2014 году, значит, я ее купила в 2013 году. Ну вот, делила ее раза три. И вот последний раз как разделила, и вот она у меня никак не может нарасти. Больше даже ее трогать не буду. Бывает, вот растет, растет крупная хоста, как поделишь, так все, застряло. Я ее еще пересадила в другое место. Здесь у меня растет огромнейшая просто ива. Просто громаднейшая.